Жертвами ДТП с автобусом в Кении стали 50 человек. Автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся. По данным СМИ, в нем находились 52 человека. В результате аварии с автобусом в западной части Кении погибли 50 человек, сообщает местная газета Daily Nation со ссылкой на полицию. Авария произошла утром в среду, 10 октября, в округе Кирича. Как сообщили очевидцы происшествия, рассчитанный на перевозку 67 человек автобус съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся. Как отмечает издание, жертвами ДТП стали 8 детей в возрасте до 5 лет. По данным властей, пострадавшие доставлены в местные больницы, их число не уточняется. По данным газеты Star, всего в автобусе находились 52 человека. Ранее сообщалось, что в Сербии произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись 34 автомобиля. В результате аварии погибли 7 человек, еще 27 получили ранения. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.